Полицейские останавливали автомобили, но вместо профилактических бесед со стражами порядка водителей ожидал сюрприз. С пожеланиями счастливого Нового года к водителям обращались юные помощники сотрудников госавтоинспекции в новогодних костюмах. Не забыли школьники о главной цели мероприятия – профилактике безопасности дорожного движения во время новогодних каникул. Автолюбители, внимательные с улыбками, слушали детей и обещали, что примут к сведению их просьбы. Акция получилась веселой. А еще сочинских ребят в эти дни посетил полицейский Дед Мороз. Правоохранители и общественный совет при УВД таким образом поздравили детей с предстоящим праздником. Шестилетний Леонид Коваль, к примеру, не ожидал прихода гостей. Мальчик признался, что мечтает стать полицейским и хочет поскорее пойти в школу. А вот в семье Савченко знали, что к ним придут гости. У мамы Валерии Викторовны четверо детей. Старший Артем в это время был на занятиях, а младшие Камила, Ивета и Николай ждали полицейских дома. Они с радостью приняли подарки и поздравления. Полицейским пообещали, что будут хорошо учиться и постараются почаще радовать маму.